Ну что, 3, 2, 1, понеслась. Сегодня мы рассмотрим игру Zombie Army 4. И с самого начала она нас удивляет завышенной яркостью. Вот так гораздо лучше, но тем не менее, когда переключаешься обратно на Windows, там все засвечено просто по-страшному. Окейшки. Ну что, как я говорил ранее, зомби армия — это внебрачный ребенок Sniper Elite, которого добавили зомби на радость моде или чего-нибудь. Ну и в общем-то трилогия походу шла вместе со Sniper Elite. Я сейчас рассказываю так, как я это понимаю, без всякого исследования. Но, по-моему, это довольно очевидно. И вот на Zombie 4 я вижу по этому товарищу кринжевому, что, видимо, Zombie Army стала отдельным брендом, который уже не зависит от этого Sniper Elite. И они сами по себе там что-то делают. Свой лор там и так далее. Ну ладно, давайте попробуем, посмотрим. Компания. Выбрать. Создание. Давайте, одиночная игра. Да, походу то же самое. Та же самая фишка, что и в прошлой игре, что кооператив он есть, но он вообще не обязательный. Так, ну что? Что тут у нас интересно? Новое, очистить все новое, да. Купить только задание. Вот, и что мне нравится в этом самом... Во всем этом разнообразии DLC, которое предлагает... Зомби армия 4. Так что тут... Полный ахтунг с платежкой, в том смысле, что тут за все можно заплатить. Тут игра где-то на 300 или на 200 евро стоит целиком, если покупать все скинчики, все карты и так далее. Ну, это их способ получить деньги. Заикание, ёкарный бабай. Нет, у нас наушники, да? Готово. Компания. Выбрать задание. Кровавый тупик. Прикольно то, что у них в стиле B-movie такие плакаты. По-моему, Left 4 Dead была такая штука, где они... создавали типа киношные плакаты под разные миссии. Ну а здесь явно этот Grindhouse. Так, что у нас тут есть интересного? То есть я чуть-чуть прошел, но не то чтобы сильно. Поэтому давайте с вами все это сделаем. Я предлагаю взять Бориса, поскольку за Бориса мы играли уже. Russian Борис. Ну, тут я смотрю полное гендерное и национальное разнообразие. Китайка. Американец. О, африканочка. Причем африканочка. То есть нигерийские адвокаты, все дела. Ну, дочь богатого нигерийского адвоката. Ну и, собственно, наши старые друзья из. Купить? Что? Ну так, покажите мне. Так, что-то, да. Тут так засвечено, что непонятно, что ты выбираешь вообще. Покупка обрабатывается.
Да-да, нормально, блин, ребятушки. Да ладно, пофиг, это не страшно. Хотя непонятно, почему там. Я вроде как могу это взять, а... Гектор. О, прикольно. Ну, короче, полный набор всякого. Давайте по умолчанию не будем тут издеваться над экраном. Альфа. Что тут у нас? Винтовка Мосина, настроить оружие. Готово. Готово. Ну вот они тут развили еще тему модификаций. Это тоже прикольно. Пуша. Купить. Все купить. То есть... Это просто прекрасно. Причем скинчики, если посмотреть, ну такая себе хрень, да? Кому это нахрен нужно? Черт его знает. Такое тупо раздавать за ачивки какие-нибудь, но продавать. Ну я не знаю. Это. Вот эти вот брелочки тоже стало модно добавлять, как бы, в чем их фишка? Это только расширение того, что ты можешь там каких-то ачивок там, и не более того. То есть, зачем это все? Ладно, бог с вами, пойдемте играть. Да-да-да. Конец линии. Впереди мертвые. Dead ahead. Ну, это, конечно, на английском гораздо лучше. А, черт побери. Черт побери. А, я бы хотел с самого начала, но ладно. Спасибо, Бруно. Смотрите, как поменялась игра, да? То есть в предыдущей Zombie Army Trilogy там было всякого. Ну, то есть явно было видно, что это как DLC или какая-нибудь, не знаю, просто это простая вещь, довольно по реализации. То они заморочились. Явно создавали нечто отдельное. Там на самом деле вы не особо ничего не потеряли, поэтому можно продолжать спокойно. А, это наши. А. Сейчас мы сядем на. Я скажу, такая максимальная... Это ёкарно бабай, что уж у меня с этой самой... точностью. Музыка мне показалась вначале очень неподходящей Второй мировой войне и прочему. Я потом вспомнил, что это все Grindhouse. Да, они очень простили стрельбу, кстати говоря. Нет. По сравнению с тем, как я боролся с зомбарями в
трилогии там в этих в ближнем бою. То здесь это просто на раз-два делается. А где вы там кого вы там стреляете, ребята? Йокер на мобайк. Кого там собирали? Не понимаю. Как до вас добраться? Гораздо больше ситуаций, где можно настрелять парных голов. Раньше за такими ситуациями поохотиться, а сейчас просто раз-два и пострелял. Двойного убийства. Bruno, train full of death. Not half dead. Smart dead. Like before. Bastardo. No time to waste. Где Анна Бочкарева? Бокарева. Это вы отсюда пришли такие красивые? Понятно. О, прикольно. Чу-чу. Там еще стреляет, что-то происходит. Где я, кто? Кто здесь так неровно дышит? К нам. Ладно, все это не важно. Абсолютно не важно. Да мы для него пошли. Это просто звуки или где-то кто-то остался? Почему решеток нету каких-нибудь или чего-нибудь? Так, окошечко. Какой смысл тогда вот этот панзу сделать с закрытой двери? It's funny. Блин. Почему не на пробел? Надо поменять на пробел. Счет. Настройки. Ребятушки, а настройки? А вот они. Блин, в этой светлости. Вот, куча текста, ни хрена непонятно. Так, яркость. Так, это не то. Управление. Мышь, клавиатура. Рюкзак рекламе. Рукопашная. На F что-то есть. На F что-то есть. Передать. Бросить гранату. Круговое меню. А на G что-то есть. Do you have something for G?
Ладно, черт с вами, пускай будет по-вашему. Почему вы так предназначили? Many dead things. Bruno, we take the long way round. А тут еще можно добивать. Тихо, мы делаем. А что-то им не очень помогло, да? Средняя, да. Надо было хардовую брать. Дабл гейл. Ладно. Point to me. Point to me, якорь намывает. Превращается в какой-то простой тир, честно говоря, поэтому очки нормально работают. Так, С добивание. Видел. Ну явно такой киношный звук. Я вначале не понял, что это за фигня такая. Почему все такое странно звуковое оформление. А-та-та-та, это Grindhouse самый чистый. А-ля, причем в стиле Тарантино с этим, с Камрадом. Падение планеты Террор или что-то там, как называлось? А. Хилса? Прикольный хилса так. То есть у нас в стиле этого самого... В стиле Space Marine или там других... слэшеров. Аптечка появляется. Это забавно. Ай, ну что же вы лезете? Куда не следует. Да нет, черт побери. Черт побери. Халк, крушить, ломать. Кто здесь? Ой, ой, ёкарно бывает, ты еще с пистолетом. Механика странная. Я не очень поддерживаю. Кишки. Кишки. Боже мой! Ой, преисподня! Blood seal! This is very, very bad. Так, не дергайся. Ну, мне в любом случае это больше нравится.
нежели система Resident Evil, где хрен знает куда. Они тут точно так же дергаются, но при этом, если попал, то попал. Без всякого вот этого. Патронов, конечно, тут хрена и больше. Типа, стреляй, не хочу. Вот это из плюсов я бы отметил. Так, кто здесь? Кто здесь? Тычечка. Блин, как меня бесит это все. А, я помню, там, типа, сразу нескольких этих зомбарей можно завалить. Кнопка мыши. Ну, сейчас, наверное, найдем каких-нибудь побольше товарищей. Вот как тут, например, сейчас они навалятся все. Молодцы такие. Ай, блин. Как так? Ладно. Так. Эй, безрыки, товарищ. Что-то не получился мой гениальный план, но в общем. Мочи. А вот. Как тут гранаты якорного... Ой, бляха, муха. Ну почему вы так делаете? Эф, какая-то хрень была. Ждите! Извините. А, тут не надо задерживать, то есть она реагирует как-то на... Игра и на все и там, и сям реагирует. Ладно. Понятно. Так, Корный бабай, а? Так, давайте, вставайте. Would you like to go again? Yeah.
так не дергайся. Ладно, фигня какая-то. Не получилось. Ой. Ну да. О-о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 -
Грайндхаус. Shoot me. Просто, блин. Внимательность пятого уровня. Так, кто тут у нас? Что тут у нас? Масс. Граната. Да я что-то гранатами не пользовался еще. Сильно, по крайней мере. Только в предыдущей игре. Что это такое? Что это за хрень? Рука зомби, блин. Это уже отсылочка на Evil Dead. Так, что за хрень такая? Непонятно, ладно, не важно. Эй, визорики, давай. Many dead things to kill. Filthy beast, come face me. Gun them down and push forward. Да, разберусь. Надо было как-то привлечь, может, раз. Потом уже. Так, что-то ты быстро двигаешься. Вот тут бы сейчас проверить. Так. Здравствуйте. Мальчики. Найски такой слабенький, блин, это ж винтовка ёкарная, бабай. Я понимаю, что там, типа... Да? Нет? Looks like everyone is dead. We'll find no survivors here. Damn it! Just keep going and get to that train! You can still make it! Да, давайте. Золотишко. Эксплоринг. Ну, в общем, коридор, коридор, конечно. В общем, довольно узкий коридор.
вся эта серия такая довольно тирная. Я не знаю, что там со снайпера лид. Похоже ли она на какой-то самое. Есть ли там какие-то тактические выборы или что-нибудь в этом роде, но походу здесь такого не будет. Типа пройти ли мимо или просто идешь и стреляешь. You go and shoot it. И устраиваешь себе Халка. Халк, крушите зомби ломать. Так, пистолеты, районы, гранаты, кварталы. А, кто здесь? Система, блин. Приятно. Да ёкарно бабай, вот это вот было обидно. Ладно, не важно. Смотрите, из пистолета. Ящик на каждом шагу. Наверняка это рассчитано на то, чтобы... Да, это рассчитано на то, что много людей будет бегать по этим. Да. Что там происходит? Ой, что это такое? Эй, товарищ. Ты не товарищ. Сейчас меня порвёт. Красиво беретесь. У меня в третьем эпизоде. Так. Так. Не весело. Настоящий челлендж пошел. Так, все гранаты есть. Пробовал. Я вижу. Так. Я прорвусь. Это нахер. Я не с вами. Бляха-муха, опять меня подорвет какая-то тварь.
Нет. Стоять. Блин, откуда ты такой красивый взялся? Кто вы такие? Блин, красиво не получился. Так, окружаю. То есть разокружаемся. Ай, ё-моё. Нет, просто так не побьешь. Дайте хилсу. Give me the heals. Аптечка. Где мой дом родной? А, это не вульфенштайновский знак, это патроны. Ну ладно, нормально. Так, что-то там наверху надо посмотреть, да? Лестница наверх есть. А, какая-то хрень. Прекрасно. Набор для улучшения. Что за кукла якорная моя? Прячется, не прячется, появляется. Это жесть. Стрёмная жесть, они. Так, счёт, настройки, фоторежим. Нет. 2-3 обучения не нужно. Да. Доверитесь до убежища. Я могу прыгнуть здесь? Да, я могу здесь прыгнуть. И никто меня не остановит. Да. Вот документы надо подбирать через Е. Вот. Здравствуйте. Кто это? Что ты за тварь? Через 4. Такое очень аркадное стало. Игра, да? Вы такие... You're so funny. Что там такое? А, что у нас тут? Блин, куда идти? Ладно, я понимаю, куда идти. Вы молодцы, вы ставите эти... метки, куда идти? Метки, кстати, такая фишка, ну, то есть, типичные геймдизайнерские штучки, которые работают.
Вот, даже если игра посредственная, у нее будет приятно играть, как бы. Чё? Голову давай, блин. Да, даже если игра посредственная, но при этом у нее есть лучшие, так сказать, best practices of game design, то играть будет хорошо. Так, то есть, с неба звезд не хватает, но... Другое дело, что многие пытаются там изобрести велосипед. А, вот оно убежище. Вот оно убежище. Вот он дом родной. Я тут бегаю туда-сюда, что-то там еще. Что мне дали за это всего? Новый ранг продолжить. Positions are reporting surprise attacks. This is not an isolated incident. It's a coordinated assault. Like I say, it's much wrong here. But how did this happen? And from where did they come? I don't know. All surviving units are being ordered to fall back and regroup. Once we're safe, then we can start asking questions. Get to that train, Alpha Squad. HQ needs you ready for action. Тык-тык-тык, блин. Цунг-цванг, цунг-цванг у белых. А вы в какие играете? Вы в русские шашки, где нужно бить, или в английские, где вообще не обязательно бить? Так, что там у нас? Соло-компания. Улучшение. Знаете, мне пистолет нравится, я как бы так. Урон, да? Что, 10 уровень надо? Ранг 10, магазин. Да! Оружие, настроить оружие. Так, готово. Как она тут работает вообще? Священных выстрелов. 9 патронов, 12. Дальность. Она... А, это типа альтернатива. Штык, что? Модификация резко повышает. А, это 12. Чё ты там говоришь? Товарищ, what are you talking about? Так, ну что, Мосинка, давайте посмотрим. А, при том, что тут еще дохрена всяких оружий тут. Все это применяется только к оружию, это типа резко повышает реиграбельность. Но на самом деле тупо загриндить нужно игру, чтобы все прокачать. До 8. Это что за постепенно? Зараза слегка ускоряет. Ну, давай вот это возьмем. А что там с гивером? А не, это не то. Мосинка.
Или подожди, это на что? На что у нас? Электроствол. Что? Отлично. Так, дальше. Улучшение. Разрывные патроны. Слегка. Точность. Давай на это самое. Я гивером вообще не пользуюсь особо. Пистолет и пистолет. Да, тут ничего толкового нет. You know? Так, ну что тут у нас? Один момент. Пойдем, постреляем. А правда ли, что в голове есть точка, в которую попадает, и голова взрывается, да? Из этого... О, понеслась толпа. Блин, на С жму, чтобы... Спустились, да, я смотрю. Туда полезли. Ладно,
Так не получилось. Не могло бы. Ребята, пить меньше надо. Вы с утра плохо выглядите. Прям как Shaun of the Dead начало. Осколочная, фугасная. Че там осколочная мина, да? Да, здравствуйте, мальчики. Старые добрые шутки, главное. Tunnel is probably not good thing. Испанская музыка. Где была лаечная музыка? Надо притоптать. Надо поле притоптать. Да. Что, блин, за... What the fuck are you talking about? Что за эти самые... Дрючные эти самые куклы? Побежали. Ладно, вниз так вниз, пойдем в метро. And now flooded tunnel. Still not good. Подозреваю, что из-под земли сейчас будут вылезать всякие. Фонарик такой. Автоматически под фублат такая же штука. Я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, у нас ладно. Паника, ярость. С одной стороны, хочется контроля в этом смысле. Что я когда хочу, тогда и включаю. А в темных местах карты. С другой стороны, если толковый дизайн, то можно и без фонарика обойтись. Или фонарик будет включаться только там, где это нужно дизайнер. Я, наверное, все же за собственное решение того. Когда я хочу включать, когда я хочу выключать. Тем более, что сам фонарик может быть прекрасным средством, прекрасной механикой игры. Ну, как GTFO, например. Или, допустим, там в Герминтиде втором. Там прекрасные были пару уровней на эту тему. Да тот же пресловутый Doom 3 в оригинальной сборке. Ну, то есть в BFG Edition добавили фонарик, который включается и выключается а-ля Half-Life. А в оригинале было так, что в темных местах ты либо с фонариком, либо с оружием, как бы, и ничего не попишешь. Я кардамон, что там, кто там, где там, куда там.
честно бы, я бы этот фонарик в Doom 3 прикрепил бы к пистолету, потому что пистолет бесполезная вещь, как и в Doom Eternal, там, Doom 2016. Здравствуйте, мальчики! Так, отходим, отходим. Да, кстати, а где девочки? Я что-то не вижу, чтобы были здесь девочки в виде зомби. Одни сплошные товарищи. Что они, девочек не кусают или просто съели? Потому что сильно вкусные. А. Какой сильный зомбак. А вроде такой хиленький. Миллионы съеденных немок. Это прихода Красной Армии. Ладно, то есть сейчас ко всему будет электроусилитель. Тут электроусилители. А, уже снялся, что ли? А, тут на 15 выстрелов. Или что это? Как это работает? Good thing to save them. Где вы там, бляха, муха? Вообще непонятно. Кто, где? Я сейчас побегу прямо вот туда, да? Вы что, серьезно, что ли? Ну, конечно, на изи так не так весело. В смысле... И на изи, а на этом самом, но нормально, но тем не менее. Я чувствую, что будет гораздо интереснее с физикой реального оружия. То есть, что это работает, этого не отнять у игры. Что это такое? Что за... Адский плюс, да. Опять какой-то адский плюс. Bruno, the ground is blowing up. Big hole full of lava. This is very much not good. Lava? Oh, mamma mia! Can you still get to the signal house? Is it still there? Посмотреть, нет, не дадите. Хёткарном, давай. Так. Районы, кварталы. Кто здесь? Как ты застрял, чувак, да? Дай я тебя вытащу. Ой, ты мертв. Это ты был мертвым. Ну, кого мы тут не спасли? Кто здесь такой? Красавчик. Что за фигня? А, то есть вы хотите сказать, что... Этот сейф бы открывался, если бы мы спасли чувака, да? Ну, нормально. Не. Дополнительные фишечки и испытания на уровне, это прикольно. Такие краткосрочные, которые не требуют запариваться. Да,
краткосрочно запариваться. А, ё-моё. Что там стреляет? Без разрешения. Yes, but only by going over lava. Well, then you'll have to take your chances. Go, hurry. Так, ты меня подпускаешь, мразь. Это усилитель, ё-моё. Зомби-армии versus Evil Dead будет забавно. Все, все, все. Можно дышать. А, еще кто-то вылез. Да, ты будешь вылезть-то? Весьма сингловая игра, господи. Думаю. Ну реально, Space Marine. Кстати же, жду Space Marine, да. Второго. Интересно, что они там сделают. В современном игростроенном мире непонятно как бы, кто, куда, зачем и как. Электроусилитель. Господи, что закидали этими электроусилителями? Такой трэш. Ну ладно, Grindhouse. Трэш. Трэш, Grindhouse, Apple Pie, Pineapple. Да. Welcome to hell. Да блин, не дергайся. To stop me. That is more than little love. Planting mine. Пересекайте красные линии. Трындец, чё за
Зомбапокалипсис. Зомбокалипсис. Пока зомболись. Да. That things can clamp now. Oh, куда не крамп. Как в этом? Dawn of the Dead или что-то такое? Надо пересмотреть ромеровские последние серии. Ну или почти последние. Так, а это что такое? Не подкрадывайтесь ко мне сзади. Не подкрадывайтесь. Я очень зол. Так, что это такое? Птички. Чем вы там вообще собрались? Ну да, на таком расстоянии было бы прикольно все-таки всякие ветер, гравитацию и прочее. Да, так было совершенно. О, это. Стратегия, то есть то тут нужно задерживать, чтобы открыть, то нужно просто коротко взять, то есть нажать на то, чтобы открыть. Вот это вот бесит. Как бы не последовательность user experience. Быстрее полезете. Это я пока до вас дождусь. Вот, наконец, она. Там еще патроны есть? Вроде да. Ну, пойдем постреляем из этой бутылки. Комиксы, документы, блин, просто гриндить и гриндить, рассчитано типа на долгий срок, но блин, это бесит на самом деле. Потому что, например, все эти прогрессии в этих онлайновых шутерах, это получается, что ты... Если ты долго играешь, у тебя преимущество за это. Потом ты не можешь, как в Left 4 Dead, взять и вклиниться посередине сессии и счастливо продолжить играть вместе со всеми другими игроками, например. Back 4 Blood, это тебя наказывают за это, за то, что ты где-то посередине подключился.
Потому что у тебя недостаточно этих накопленных карточек за компанию. Там Gunfire Reborn тебе вообще не дает ничего. Не дает подключиться посередине. Они вообще не решили эту проблему. Вот. И походу не собираются решать. Но из-за этого у них такой онлайн херовый. Поначалу было прикольно, а потом херово. Тем более они еще добавили четвертую кампанию после вот, четвертую главу. И это еще удлинило игру. И собственно трудно играть так. Вот. Тут. Ладно, понеслась. Здравствуй. Что это за покемон? Ё-моё, блин, что ты делаешь? Что ты делаешь? Мудило страшно. Так. Блин, куда вы по... Идут года. Блин. Подозреваю, что надо взять какой-нибудь поменьше. Пистолетик. Так. Отойдите от меня. Я... Гарри, Гарри, ясно, что ты не подгасла. Гарри, так вот. Челленджевый момент. Красиво. Так. Да, не волнуйся, все будет хорошо. Нет. Так, я все-таки на то самое. Там было немцы на праздник, где там пришли. Крикнули повер и елку зажгли. Не-не-не, чувак. Я тебя не звал, иди.
подальше от меня. Теперь можно отваливать. Так, бляха, куда? Куда? Ё-моё! А, туда? Ну ладно, куда-то куда. А? Так. Как он? Красиво. Все, закончилось. Да блин. Храбрый сильный. Да чё? Не давите на меня, я сам себе надавлю. Вообще, отличие от того, как в реальности, как на этом самом. Если бы мы действительно пробирались там из последних сил туда, там как в Resident Evil, там же сам, где ты не волнуешься за то, сколько зомби убил. И вот так вот, типа, почти сейчас из последних сил сейчас закроем там. Бежим, бежим, скорее, скорее. Но нет, тут такого нету. Так, что там? Растопчите 15 врагов. Геройский рука зомби. Так, подожди, я... А, это... Ладно. Все, наверное... Давайте посмотрим все-таки, что там нам приготовило. Это не только Милан. Базы были темными по всей Европе. Command has ordered all teams to evacuate to fortified positions. Venice is the nearest. We can only hope it's still intact. Rendezvous with Captain Dutton and help him hold the city while our occult experts figure out occult what's causing experts. This and how Ктулху we зовите. Can fight back. Он разберется. Он совсем разберется. Для человечества нет проблем. Подождите, вы бегаете или ходите? Даже говоришь что-то? Куда ты говоришь-то? Какие эти самые рации были? Пускай будет. 1-4. Ладно. Все. Это было симпатично. Да. Это было симпатичным. Досканал. Досканал. Мне в целом понравилось, как бы. Никакого коопа я здесь не вижу. Хотя
совместные пострелушки можно устроить. А никакой там сурвайвала тут особо нету. Это тоже такой грайндхаус. И, в общем-то, просто весело. Думаю, что самый лучший вариант — это играть на последнем уровне сложности, чтобы как-то ощутить вот эту механику стрельбы. А в остальном, такая забавная игрушка. Можно, можно. На этом, я думаю, все. И спасибо за внимание. Увидимся еще.